Доброе утречко! Ну что, наступило воскресенье, и, как обычно, барахолка, поиски, находки, что-то такое, в общем, разговоры. Кому эта тема интересна, близка, едем вместе со мной. Хвостик недоволен, конечно, что его оставляют, но он с утра уже выгулен, накормлен, так что немножко придется поскучать в одиночестве, да, малыш? Скучаешь? Угу. Вот, у них, ну, как бы, это датский такой знаменитый дизайн. Морской конек у них столовый. А, конек у них сверху. Да, да. И сам... вот еще на ручке вот на, угу. Тоже. Такой вот. Непривычный, есть. Оригинальный. Да, это датское. Но у них такой тяжеловатый фарфор. Угу. Ну, красиво, красиво смотрится. Это как чешуя такая. Есть с чайками, есть с розами. Есть просто вот такие, как бы... Сервизы, говорю, чайные, столовые. Интересные такие. Необычные, необычные. А так? Сегодня как-то нету сил совсем вообще даже снимать. Погода так, наверное, влияет, давит как-то. Угу. Ну ничего, хоть что-нибудь все-таки похожу, посмотрю. Ну я говорю, вот это новенькое, остальное такое. Все старенькое еще вывозим. Угу. И все, я еще одно воскресенье, наверное, уже не увидимся. Как бы не хочу на нее цену спускать, потому что такая редкость. Она уйдет по-любому. Не здесь, так в интернете. Доброе утро. I estimated that is 30 is unloaded and loaded. First, все просят фигурки потщательнее показать, а я мимо них всегда пробегаю, потому что, ну, они меня не интересуют, поэтому... Посмотри, Джузеппе Армани, такие красивые. Поэтому я и так мимо них. Пара Джузеппе Армани. Вот она, смотри, какие красотки. Видишь, парные вообще редко сохраняются, знаешь, как обычно пары теряются. Да. Зайчики, зайчики, побегайчики. Вот уже по Армане. Угу. Вот у него такие лица так красивые, да? Коллекция Флоренс. Ой, какие милые, да? Ну, уже сделано так, прямо со вкусом, ну, чтобы, да, да, да. Чтобы понравилось всем. Всем, да, ну, как, ну, она, ну, может, не понравиться, да, такая красавица. Такая красавица. Уже, видишь, у него уже все, это же коллекция Флоренс, да, Джузеппе Армани. Вот такая Подемонте, да, это знаменитый, такой 80-й. Года всегда тоже стоят, потому что это коллекция Флор. Видишь, как сделано все, да? Да. И всегда лица у него такие. Глаза почти всегда зеленые. Но это не зеленые, она просто зеленые. Так, обойду, посмотрю, что здесь еще. Это такая интересная, понимаешь, в современном стиле. Фигурок много, фигурки разные. Бокальчики. С балеринку? Да, испанская. Испанская балеринка. Вот она. Большая в высоту. Наверное, сантиметров 30. Так.
Очень симпатичный сервизик старый. Угу. Формы красивые. О, какая чайник-курочка. Прикольная. Прикольно. Привет. Да, сейчас, подожди. Так, блюдо. У него чуть-чуть другие лица. Ну да, немножко более. Да, такие у него тоже раскосы. Чуть-чуть другие у него. Изящно, красиво. Масленочка какая-то мини. Красиво. Если посмотреть, смотри, какой у него Виктория Писари, да? Они у него в чем-то даже, ну, видимо, у него чуть-чуть похожие лица. Видишь, у него, видимо, тут уже зеленоглазые. Ну, это, видишь, в стиле 30-х таких. Но у него чуть... Ну, такие, не сказать, чтобы они очень похожи, но тоже, видишь, чуть-чуть другой стиль, да, у него лица. Скуластенький такой. Носики остренькие, длинненькие. А у Джузеппе Армани, видишь, совершенно другое лицо. Ну, каждому нравились свои женщины, да, наверное, да. Типаж. Как настроение, как состояние. Рука просто не работает. Бьем плитку. Мы по три плитки выйдем, сидим. Так ты же говорила, что они легко отбиваются. Нифига, оказывается, там, где стена кирпичная, там, где вот была тонкие вот эти стены, они просто отпадают. Состояние хорошего наборчика. Видишь, старейчик, Словакия, довоенная. Еще чашечки весь. Будут или нет? Нет, это набор тарелок. Это набор тарелок. Это одна большая, как бы, а потом и все шесть сохранились, видишь? Довоенная Чехословакия. Покажу хорошая в DP-чек, может быть, будет довоенная Чехословакия. Видишь, она есть только такая, да, полустертая, да, плохо видно. Видишь, ну, в хорошем состоянии она, видишь, вот. Довоенные чуваки, да. Ну, зато как в состоянии, смотри, золото и сами рисуночки. Ну, конечно, это было очень модно, знаешь, в свое время. Это фруктовые рисунки, все шесть сохранились, шесть, видишь, эти самые, как бы большое блюдо. Красивые, да? Так, переползаю кружечком. Что тут новенького? Новенькая, это вот красивая, нежная такая. Вся прямо решетчатая, такая с прорезями. А вон тут... Анютины глазки, которые в уголке. Тут кто-то кофе пил прямо с чашечки. Со следами былого, так сказать, это называется со следами бытования. Нет, мы просто людям даем попробовать, как вам будет питься дома, да, так не за хвостика я рада. Да, хвостик поправился, хорошо. Так, все, здесь наборчик. Вот. Хороший, да. Попробуй. Молочник какой. Ты знаешь, пусть он стоит, он нам не мешает. Молочник красивый. Да. Очень тяжелый. Какой ты пирожок? А у меня все равно. Я не знаю. Решайте. Но когда ты приезжаешь туда, ты там это видишь воочию, тогда совсем другое. Я просто сейчас ремонт делаю, Ренатик, не ремонт, сейчас я сделаю ремонт, Ренат, придешь ко мне, и ты сразу у себя сделаешь ремонт. Кто бы еще сделал мне этот ремонт? Вот этот мальчик, если договориться, Ренат, он самый дешевый. Парики я спросила, самый недорогой. Хорошо. Да. Я хотела, представляешь, я хотела только туалет. Потом сыну говорю, нафиг, туалет сейчас развезем мяс, давай сразу ванную. Решили. Приходит мальчик, говорит. Если вы будете делать туалет это, то надо вам двери менять, они старые, да? А если вы сделаете это, а потом двери разрушите, да, там мой голос везде. Да, мы уже про тебя все знаем за кадром. Все. И теперь получается, что мы делаем двери, понимаешь? Ну, правильно, да. А потом посмотрели, что мешком мы тоже можем поменять. Вот я ребенка принесла, потому маленький цветочек, да. Маленький цветочек, и это вот Англия. Ну, а слон – это бесконечный. Слон, да, это вечно. Прелесть. Это просто сказка, вы посмотрите. С поднятым хоботом – это насколько богатство? Контролировали. Это, ну,
Какая-то странная собака. Ну, как китайник. Я думала, что котик больше. На моржа похож. На моржа. Ну, да. И вот такой. Интересно, да. Такая большая шкатулочка. О, такое клеймо. Никогда такого не видела. Старенькая. Да. Она сделана под антикварную, да? Ну, она где-то 50-е годы так. Да, необычная, конечно, очень. Такая, как подушечка. Да, здесь какие-то тут тоже рисунки каких-то зверей, и корона. Золото, тут, да, тут такая, ну, необычная, да, оригинальная. Симпатичная. Птичка-солонка. Маленькая-маленькая такая. Вот такая. Классная. И вот эти вот. Ну, это уже соль-перец. Это по стилю, это просто клей. По стилю, я думаю, как розентал или же какой-то херинг или Германия. Ну, очень тоненькая. Да, красивая. Трубочки на месте. Изящная. Изящная, да, приятный. Оттенок такой зеленой травы. Мне очень нравится оттенок зеленой травы. А, и вот эти вот у меня еще, видите, такие штучки. Да, это большая красота. Это вообще красиво, она старенькая, на 4 штамп у нее, на 4 части, и вот эта цельная штука. Красивый. Цвет такой, да. Роскошный. Цвет, да. И столик тоже продается. Он складной. Хороший столик. Да, такой удачный вариант. Удачный вариант, да. Я просто взяла его. Он удачно хорошо складывается, просто плоский. На балконе можно поставить. Очень хорошо. Это тоже Германия. Германия, да. На нем сертификат есть тоже. Бокалы просто сказочно красивые. По 50 центов можно что-то интересное найти. Ой, я, конечно, смотрю, какой-то сливочник. Такой прикольный, с цветочком, с носиком острым. Я, кстати, не видела, что Вальтер Гласс именно вот такие сюжетные делал. Очень там редко, обычно, да. Редко, да. Очень обычно редко цветы, попадается. Там, ну, такие вот розочки, там, то есть это все. А это очень необычное, красивое. Большой объем, наверное, сантиметров. Я думаю, сколько? Где-то 32-33. Да, да, где-то так. Прекрасно. Нашли вазочку маленькую. Да. Ну не вазочка, а кружечка. Кружечка даже. А здесь, да, вот смотрите. Первомайский. Первомайский песочный завод. Это еще. Старенькая очень. Очень-очень. Классно.
Какие всякие находки у нас тут разные. И феечки маленькие. Феечки маленькие. Фейри. Здравствуйте. Покажи клеймо, чтобы мы знали, что это Мейсон. Я вот Сомочке привет. Хорошо, спасибо. Да, это Мейсон у нас такой красивый. Столичный. Господи, боже ты мой. Да, даже столичный. Петушки такие прикольные. Очень красивые. Это форунч. Веселенький такой. А это не собачка, это лев. Лев с собачкой вместе. А лев с собачкой. Нет, это львенок. Львенок такой, да? Ну, что-то какой-то он явно, так сказать, нагуляла где-то. А я тоже думала, что это собачка. Со щенком. Осталось для меня. У меня ручная разрисовка, да, по-моему, даже? Красота, красивая. Да. Очень милая. Люблю все старинное. Чем старее, тем мне больше нравится. Только сила хорошего. Ой, здесь мелочевка. Ой, какая. Вон какая красота. Да, это, а тоже, это вообще да. Что-то такое чудесное. Декоративное. Угу. Какой павлинчик, мавлинчик. А что это? Шелком. С ума сойти. Какая прелесть. Вообще уникальная. Вот как раньше люди, это же вручную все переплеталось. Это были переплетчики, которые вот все это делали вручную. Я просто занималась одно время переплетом, но это очень сложный процесс. И вот сейчас уже не хочу этим заниматься. И золотом все это тут тоже. Да. Отпилилась, я порезала пальцы этим переплетным ножом, сорвался. Теперь не хочу. Так, ой, красота, красота. Ну вот, я вернулась, покажу вам свои находки, свои покупки, то, что было сделано сегодня, и там есть кое-какие у нас тоже обмены, что-то на неделе покупалось. Ну, в общем, с хвостиком мы сейчас вам будем показывать что-то красивое, как всегда. И то, что мне интересно, что-то старенькое. В общем, начинаю. Начну с этой вазы хрустальной, немецкой. Красиво очень звенит, если по ней постучать ложечкой или вилочкой. Понравился цвет, он такой приятный, золотистый, такой теплый, медовый. И очень изящный такой рисунок, веточки, цветочки здесь все. Такая приятная вазочка, широкая. Не знаю, вообще принято в такие ставить цветы, или они больше просто, чтобы вот так стоять и красиво где-то что-то украшать. Ну, вот понравилось. Я там долгое время выбирала между ней, между бокалами. Там очень красивые бокалы. Тоже с такой резьбой, тщательно сделанной, такой аккуратной. Видите, и, ну, все-таки решила выбрать вазочку, потому что бокалы, они практически не будут использоваться никак, потому что я вообще не пью спиртное ни в каком варианте и виде. А вазочка всегда пригодится, даже если не ставить в нее цветы, то, по крайней мере, можно поставить на окошко, и она вот будет вам создавать такое солнечное настроение. Еще одна такая покупка большая, остальные уже будут поменьше. Ну, наверное, можно назвать ее емкостью для, там, скажем, печенек, может быть, там что-то, ну, не знаю, что туда, чай насыпать, она слишком большая для чая или для чего-то, ну, вот, для каких-то вкусностей, скорее всего. На ней очень нежный, красивый рисунок, она французская. Еще покажу вам здесь, надеюсь, что-то будет видно. Слово «Париж» я увидела. Ну, вот такая вот прелесть. Ой-ой-ой-ой, как я тут гремлю. Какой звонкий звук был. Мне очень понравились цветы. Не знаю, это ручная роспись или там просто какая-то дорисовочка есть. Но, во всяком случае, очень прелестно. Надо будет порассматривать повнимательнее. На ощупь так вроде не чувствуется никаких выпуклостей. Но, возможно, это такая подглазурная, как говорят, роспись. Не совсем я во всем этом разбираюсь.
ищу просто вещи, которые мне вот понравились. Я на них посмотрела, и они мне понравились. Здесь еще вот такая веточка в эту сторону, в другую. В общем, приятная баночка. Ой, ко мне пришли гости. Делаем перерыв. Ну, вот гости пришли и ушли, а у меня остались камушки. У нас такое общее увлечение, и мы там делимся друг с другом различными камнями. Вот ко мне сегодня пришли такие очень интересные. Название не всех знаю. Вот это лепидолит, по-моему. Чем-то похож на аметист, но это не аметист, это другой камень. Надо будет про него почитать. Но тоже сиреневого цвета, в виде такого вот столбика сделан. Ну, частенько камни либо в виде яйца какого-то, либо столбика, либо просто вот какие-то кусочки. Ну, смотрите, какое разнообразие вот в природе, да? Мы даже, что называется, знать не знаем. У нас в Латвии не так много каких-то месторождений интересных камней. В основном они приходят с каких-то других территорий к нам сюда. Но приходят. Цены на них бывают очень дорогие. Если у кого-то есть какие-то дубликаты или там излишки, вот мы меняемся иногда. Вот это розовый... Нет, просто кварц с розовым турмалином. Тоже вот он в породе находится, этот розовый турмалин. В породе кварца. Тоже так необычно приятно смотрится. Потом, ну, все, наверное, узнают тигровый глаз, потому что очень характерны у него вот эти полосочки такие светящиеся. Тигровый, соколиный, кошачий, они все считаются такими камнями-оберегами, наверное, из-за того, что они вот внимание как бы отвлекают на себя, и вот у них такая игра всегда идет вот этих полосок, такая вот прелесть просто, очень красивый камушек. Со всех сторон такой необычный. Маленький, похоже, просто на стекляшку какую-то. Но это, по-моему, желтый опал, кажется. Изумительный тоже камушек. Такой вот интересный, необычный. В магазине он продается на вес. По-моему, 2,50 стоит грамм. Вот такой вот. Жалко, солнышка нету. Наверное, светился бы. Вот этот солнечный камень называется. Ну, вот иногда смотришь, потом ищешь в интернете, и как-то он вроде должен выглядеть по-другому, но, очевидно, солнечным он называется вот из-за таких вкраплений, которые светятся тоже, видите. А так по себе вообще тоже очень необычный, интересный, громадный, тяжелый такой. Видите, какая тоже прелесть. Вот где-то во глубине земли, в глубине сибирских руд. Ну, в общем, короче говоря, вот много всяких таких интересных месторождений, где добывается вот такая вот красота и прелесть. Мне вот лично вот этот очень нравится, потому что у него чудесный зеленый такой изумрудный цвет. В природе он, наверное, выглядит вот как-то так. Не обработанный, а тут уже одну сторону отшлифовали. И посмотрите, какая прелесть. Чудесный камушек. Изумительный просто. Они такие разные по цвету, такие необычные по форме. В общем, всегда какая-то загадка. Вот так идешь где-нибудь, валяется какой-то простой камень, а ты его разрезал, отшлифовал, и перед тобой раскрылась просто какая-то потрясающая картина. Ну вот, немножко о камушках вам тоже рассказала, о пополнении своей коллекции камней. Что ж, смотрим, что еще. Это мне подарок. Вот такая вот прелесть. Гиацинты, луковички здесь так хорошо с корнями сделаны, показаны. Можно подвесить, сзади есть подвесы. Такая приятная картинка на тему цветов. А цветы – это моя слабость. Обожаю всякие цветы в любых видах, вариантах, в виде гербария, в виде каких-то картин, в виде вот таких различных объемных. Ну, в общем, вот такая вот красота. Тарелочки кое-какие купились, ну, потому что были очень недорогие, прелестные. Вот такая вот английская чудесная фарфоровая продукция. Посмотрим, что здесь написано. Такая вот серия. Так, еще одна где-то была тарелочка. Я ее, наверное, мыла и оставила в раковине. Ну, вот такая вот красота тут какие-то прямо.
волшебные птички и такой богатый рисунок красивый. Может быть, в следующие выходные еще чайничек мне привезут. Вот так будет собираться. Иногда приятно, даже пускай это не какой-то комплект без чашки, но просто приятно есть таких тарелок. Они изумительные. Так, у нас погода немножко... Где-то там местами солнышко появляется. Но такие слабые лучики. И вот еще одна тоже английская чудесная. Мне кажется, у меня есть тройка. Надо будет поискать. Во всяком случае, я помню, что там тоже есть синие, оранжевые цвета. То есть очень она мне показалась такой знакомой. Но даже если немножко рисунок не тот, основная вот цветовая гамма будет именно такой. Ну, хорошая такая тарелочка. Тоже старенькая, английская. Здесь такое чудесное клеймо. Тут год стоит, может, 1944 год. Либо это номер серии, может быть, какой-то. Ну, по крайней мере, по клейму можно попробовать поискать. Это увлекательное занятие, искать по этим клеймам, что, так сказать, где, что, откуда пришло, когда сделано. Ну, это просто прелесть. Здесь тоже много что дорисовано вручную. Раскрашены эти цветочки, тут вот эти... серединки все. Вот такая вот прелесть, довольно большая, яркая, такая позитивная очень тарелочка. Я перемещусь немножко на полочку с фиалками, потому что еще мне подарили на этой неделе вот такой вот кувшинчик мини с фиалочками и к нему тарелочка. Тоже такая прелестная совершенно. Вот они уже заняли свое место на этой полочке. Ну, решила вам показать, потому как вот такая вот красота и милота. Здесь все на тему фиалок. Различные предметы разнообразные, на которых изображены фиалки. И вот такая маленькая тарелочка чудесная, тоже с анютиными глазками. Тут у меня все на тему анютиных глазок. Это не так часто встречается, и здесь есть множество предметов вот таких прелестных. И к ним сегодня добавилась тарелочка. Мы поменялись с подругой. Такие вот они все в одном стиле, более или менее. Но тоже здесь есть в разных стилях. Здесь есть вот такая тройка с фиалками. То есть не с фиалками, а с анютиными глазками. Там чайник есть, молочник. Вот такая вот совершенно красивая современная вещь. Вот эта большая чашка с тарелочкой. И тут всякие сахарнички и всякое такое-такое. В общем, у меня две полочки отведены под фиалки и под анютины глазки. И последние пару предметов, которые я хочу вам показать, тоже пришли мне в подарок. Вот такая вот ваза. Красивая, стеклянная, довольно большая. У нее хорошо поставить какие-то на высоких ножках цветы. Иногда есть в этом необходимость. Хотя я не очень люблю срезанные цветы, поэтому такие вазы я больше рассматриваю как просто что-то такое отдельное. И еще одна большая, потрясающая, такая тяжеленная ваза такого непрозрачного оранжевого цвета. Очевидно, какая-то марка есть вот подобная на ней. Осталась бирочка. Смотрите, как здесь ручная какая-то вот загнута здесь горлышко. Сама она объемная, большая, но горлышко узкое, поэтому это тоже скорее декоративная, не для того, чтобы в нее ставить цветы. Она сама по себе хороша, на ней тут есть такие небольшие цветные пятнышки. Ну, в общем, просто если бы у меня было побольше места на подоконнике, то, конечно, она стояла бы там. Ну, я посмотрю, может быть, где-то я ее пристрою, потому что она нарядная, красивая, а у меня там вот стоят такие разные разноцветные красивые предметы из стекла, которые создают мне настроение даже тогда, когда на улице пасмурно. И вернулись на кухню еще два последних. Я про них забыла, я их уже отставила немножко в сторону. И видите, как у меня быстро все с головы вылетает. Такая тоже чудесная, красивая зеленая вазочка, которая непременно будет искать свое место на полочке среди разноцветного стекла. У нее такой красивый тон, тоже изумрудный. Ой, надо пересчитать волшебника изумрудного города. И вот такой вот сливочник. Давненько на него смотрю. Он милый, он такой вот с приятным цветочком, желтеньким, с позолотой по краю. И форма такая старенькая. Вот, кстати, увидите цену. Но мне он достался дешевле. Так я
пытаюсь рассмотреть, что же там написано. Надеюсь, что-то видно. Ну, вот такая вот прелесть. Мне он понравился. Очень изящный, красивый. С этой стороны вот такой цветочек. Букетик. Ну, как видите, опять цветочная тема. Она во всей, так сказать, во всем разнообразии. Сегодня тоже у меня отражена во всяких предметах, вазах, в каких-то... Ну, везде, везде цветы, цветы. Потому что, ну, мы люди... Живущие в городе, наверное, получаем особое удовольствие от созерцания каких-то растений, цветов, потому что не часто приходится их видеть, к сожалению. Все время городская жизнь, транспорт, машины, магазины, люди. А тянет душа, вот просится куда-то, так сказать, в красоту, в райский сад в прекрасный. Ну и если нет возможности в реальной жизни туда поехать, то можно хотя бы воссоздать в своей квартире, в своем жилье какой-то такой вот райский сад, воплощенный людьми. Это же все было придумано, сделано, вот такие красивые различные предметы чудесные, и чувствовать себя практически, что ты где-то вот находишься в каком-то сказочном волшебном месте, в сказочном волшебном саду, где растут цветы, летают птицы, и все прекрасно и благополучно. Чего я вам желаю, и на этом мы с вами пока попрощаемся. Всего хорошего, до новых встреч, пока-пока. Пишите, что вам понравилось, что вам было интересно, что бы вы купили, какие у вас предпочтения. Всегда приятно знать, что вы со мной на одной волне.